Вы лгуны, вы лгуны! Вот так. Почему вы в своих репортажах пишете, что машины вывозят мусор? Ну это не они, это редакторы. Они редакторы. Они просто снимают. Что делаешь? Проститутки. Какому подлому лгуну одна дорога на Луну? Убийцы, если вы поддерживаете такое безобразие, и еще по... Телевидение! Уходите отсюда! Приезжайте сюда, подышите! Ну почему неправду говорите по телевизору? Она вот вашу возьмите, вот так попереживали, папа, поболели как надо. Потом же режут и редактируют. Да наплевать, что им. Где они, не скажи. Не надо просто. Просто надо быть людьми, а потом просто. Прихвости Воробьевские вон отсюда! Я говорю ей, что лучше уехать. Вот и правильно. Собирайтесь и уезжайте. Уедем. Нечего вам тут делать. С вашим враньем. И нечего поднимать людей. И так мы все на взводе. Уезжайте. Это вранье. То, что вы видели и слышали, был в ЖОТе. Мы видели вашу статью. 360 градусов пишут. Почему вы врете людям, и если вы говорите, что вы журналист? Хорошо. А, не вы, а какой же журналист? А что, я одна работаю? Да вы одна компания. Вы одна компания. Люди разные. Проезжайте. Шаг назад. Сделали все, пожалуйста. Уезжайте. То же самое напишите. Шаг назад. Слышите? Шаг назад. Сделайте. Назад, а не в сторону. Вы просто должны это понять, что это произвол. А 360 говорит то, что у нас все нормально, и люди придумали. Они опозорили Собчак, они опозорили Волоколамск. У нас все хорошо, и люди просто хотят шумихи. Ради чего вы это снимаете? Я вас как журналист прошу уехать. Ну мы сейчас уедем, мы в любом случае хорошо. Сняли. Ваш видео пойдет объявил на всю Россию, мы то, делаем, что людям дали денег, и люди здесь стоят. Я вас понимаю, да. Просто... Что я... вы городите-то? Езжайте в один, пока вам тут не накостылят. Они уезжают. Ребят, дайте шаг назад, сделаем, там место дофига. Чуть назад, давайте. Сказали, что людям дали денег, и люди здесь стоят. Ну что, ребята? Пусть езжают. Черт, ты сюда не ждет, он не приглашал. С вашими каналами, Воробьевский, продажный. Они все равно, пока у нас полтора администрация ножи сняла, что хотел. Конечно, кто сомневался. Что, ребят, они уехали. Давай чуть назад отойдем.